Делаем от третьего лица. Ой-ой-ой! В этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, давно у нас не было режима Scary Elevator. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня Roblox, страшный лифт. Поехали. Ребята, кто хочет с нами записывать или со мной вообще классные ролики, заходите в наш Discord, ссылочка в описании. Да, я что-то поспешил и сразу продул. Так. Давайте посмотрим, что он будет тут дальше делать, псих этот. Конечно, меня уже не засчитает выживание. Давай, я вижу, бежит. Чувак, я уже проиграл, отвали от меня. Нормально, бежим, все четко, он меня не видит. Такой, знаете, страшный Спанч Боб. Ну, давай же, кончайся. Так, там уже конец карты, уперся. Вон игроки там бегают. Спанч Боб. Так, отлично. Проиграли успешно, все сходится. Здесь очень классное звуковое сопровождение, оно мне просто нравится, оно круто сделано. Лифт такой здоровенный, все запилили. Понг. Ребят, ну, не успеваете, что ж поделать. Не успели. Это убийца, да, ходит? Я слышу, как он чвякает всех. Дурак, что ли? Отвали, псих. Ребята, а мы будем вот так вот. О, вот блин. Он запрыгнул на голову, меня через голову убил. Придурок. Надо быстрый бег брать, срочно. Не хватает выживания, раньше хватало. Взяли и увеличили. Хорошо, я их запомнил всех. Что ты делаешь? Можно сбежать? Да? Не? Понял, что-то мне дали какую-то награду. Да, музычка здесь очковая играет. Что, можно сбежать? Ты дурак, меня убьешь? О, я сбежал. Надо было сразу сбегать. Блин, может что-то есть другое для скорости? Так. 40 выживаний. Блин, тапки мои любимые, нельзя брать. Так, ребята, сейчас я иду. Мороженка. Прыг. Красный ключ. О, перекинули сами, кстати. Это что у нас, Слендер, что ли? Монетки собираем. Эй, блин, чувак, я боюсь тебя. А вон Слендер, ребята, зря вы туда бежите. Классно сделали. Теперь такой, знаете, как туман есть, что ли, на карте. Улучшили графончик. Кстати, лифта назад нет, мы не можем забежать. О, будем стоять наверху, как дурачки. Ай-яй-яй-яй-яй, зря я это сделал. Боюсь спрыгивать. Очень боюсь Слендера. Если что, в рассыпную будем идти. Вы его видите? Его не вижу. Отлично, ребята, затащили. Вот здесь, как всегда, веселье в лифте. Загрузка, знаете, как в 8-битных приставках. О, можно залезть. Монастырь какой-то. Полетели. Монетейшн. Ладно, я вспомнил, меня мама зовет. Да запрыгивай, ты же запрыгивал, мужик. А, уже убрали эту штуку. Уже нельзя нигде запрыгнуть, как раньше, на кнопки. Так, он сейчас сюда идет? Я вижу, он там ходит. Ну чё, давайте, что у нас сейчас? Бублис. Поехали. Монетки собирать. О, опять это чилипиздрик. Боже, он уже устал меня. О, вот так постоим. Голова Фокси работает. Ой-ой-ой-ой, интересно, а в лифт может заходить? Да, наверное, может. Побежал мочить. Погнался. Вот это жесть. Ну чё, идемте тоже повыживаем. Монетки лежат, все боятся их брать, а я пособираю монетки.
Отлично. Ребята, ну что? Такая музыка напряженная. Вроде бы и легко. Ты дурак, что ли? Отвали. Ну ладно, ладно, проиграл. Я думал, надо как-то на дурачка убежать, но в этот раз не получилось. О, Crazy Dave. Прикольная вещь, с Майнкрафта можно брать. А ну помните пароль? Один. Я уже забыл. 1, 4, 4. Блин, я забыл пароль. Хи-хи-хи, серьезно. Так, идемте проверять, что там еще добавили. Такое что-то интересное. О, это чиканье. Зашел в самый именно кишкорез. За мной, да, увязался, придурок. Так ты тварь, а? Ну, блин, сложно. Я видел, что он побивал многих людей. Ты боится туда заходить, а я еще раз схожу. Чего бы и нет. Я монетки пособираю. Дыши, дыши, а монетки я соберу. О, лестничка, отлично. О, девочка здесь стоит, молодец, запрыгнула, залезла. Отличненько. Так, может, там что-то в чате пишут прикольное. О, Дима, привет, написали. О, на лифте прозрачная крыша? А не, просто звездное небо. Так, я не успел прочитать, что там, но очень интересная карта такая вся. Токсичная прям. Так, монетки собираем. Кто самый первый, тот и красавчик. О, я сбежал. Вообще жирно, ребята. Ну что ж, учитесь рандомно бежать. Все-таки хочу посмотреть, что там за монстр. Все равно уже прожил. Где он, где он? Блин, прикольно здесь очень сделано. Хочется прям по этой карте ходить. Где убийца? А, я вижу. Прыгнуть нельзя, да? Вот стекло разбито. А он просто стоит? Это яйца здесь, как чужой. Да, это чужой здесь. Ой, я нашел. Надо было красный ключ, да? Ну где этот чужой? Может, он забагался? Хочу его увидеть. Ну, выжило, ну, как бы не все выжили. Или все. Ну что, Лиар. Что за Лиар? Ну-ка. Удивите. Монетки, монетки. А нельзя выйти? С фильма какого-то ужасов. О, отлично. Мы сейчас все проиграем. Что за челик стоит, на нас смотрит? Привет! Опа! И такая сразу мыточка классная, мне нравится она. Тему. Танцует вся. Так, ну что, кто сейчас будет у нас? Читаем. Nightmare. Ну что, давайте. Я выживу. Залезу на голову Фокси и выживу. Ой, класс. Вообще обновили весь режим. Как приятно в него играть. Фредди Крюгер. Туда зайти нельзя. Так, он где он там? Его нету здесь нигде? Пацаны, зря вы за мной бегаете, я умру. Вообще, блин, классно. Пацанов там чикает, я вижу, только так. О, вот тут я выживу точно. Вот он пришел. А, я думал, это уже он пришел. А, все за мной. Там, он сюда не придет, это точно. А вот он, ребята. Нет, это не он, я уже боюсь всех. Страшный какой-то чувака скин. Как будто он лысый волохат. О, такая даже музычка у нас есть. Пищики пишут, что удивлены, что играют со мной. Так что, ребята, любой может поиграть с нами. Так, собираем скорей. Все монеточки мои. Опа. Сейчас что-то будет очень сильно, поэтому мы сразу умираем. Нифига себе на психичка. Что, дура, что ли?
Да, ну я все-таки хочу проверить этот лайфхак. Если буду стоять на голове Фокси, он сможет меня убить? Ого, она там бегает. Кукла Аннабель, короче. Бешеная. Психичка. Пацаны заходят и заходят. О, прибежала в лифт. Вот-вот-вот сейчас увидим, убьет она нас или нет. А нет, побежала дальше. Да, выиграла всего раз, два, три. Четыре человека. Или три. Ну что, давайте нам что-то очень прикольное. Давайте нам, не знаю, хаги-ваги. Террор Хотел. Поехали. Готовы? Делаем от третьего лица. Ой-ой-ой! Нифига себе быстрая смерть, я даже офигел. Ого, призрак конченый. Это жесть. Ты чё? Успокойся, мужик. Дай побегать по карте хоть чуть-чуть. Везде эти рожи такие страшные. О, монетка. Халява. Ещё одна монетка. Ох ты! Он так быстро убивает? Это вообще неожиданно. Ну-ка. Таким мы добежим. На улице дождь идет. Атмосферная карта. Слышу, пацанов мочит. Ну ничего, мы не сдаемся. Мы изучаем карту, собираем монетки. Ребята, если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения. И посмотрим мои ролики еще.